제가 오늘은 돼지를 보고 싶어서 동백에 있는 주라리움에 왔어요. 수빈아, 왜 돼지 좋아요? 너무 귀엽고 이쁘고 그냥 꿀꿀 노는 거 돼지 좋고. 귀엽다고 말을 처음 들었어, 나 살면서. 너무 좋아. 동백에 왔습니다. 일로 와봐요. 제가요, 엄마 아빠한테 거의 이제 한 달 정도 됐는데 매일매일 돼지 좀 사줘, 돼지 좀 사줘 하는데 저의 집에 동물이 4명이나 있어서 못 사고 4명 아니고 4마리지 4마리가 있어서 못 사고요. 그리고 돼지는 시끄럽다고 못 사게 하세요. 아, 그래서 나중에 제가 어떻게 해서라도 이렇게 뭐야. 안 돼, 이거 받는 거야. 엄마 너무 귀엽다. 너무 귀엽잖아 너. 이렇게 키워도 돼? 여기 와 맨날 봐. 집에 키우지 말고. В общем, этот парень сказал, что дома проблематично будет держать таких свиней, потому что они много жрут и много срут. Чего и следовало ожидать. Естественно, свинья есть свинья. Я представляю, это мне придется с лопаткой за ней целыми днями бегать и убирать за ней гумно. Вы спросите, что я вообще про это говорю? Потому что Софья всю душу вымотала нам, она просит дома завести вот такую свинью. А у нее прям до истерики это навязчивая идея, вплоть до того, что она хочет скорее уйти, вырасти, уйти из дома, выйти замуж или не выйти замуж, но просто жить отдельно для того, чтобы завести себе вот такую свинью, так как мы ей не разрешаем. А, мама йоги сайо. Джема, тебя вообще все животные боятся. София пошла кормить свиней. Прикольно. Это, кстати, они все выросли, им по 1.5 года. И они весят по 8 килограмм. Но мне кажется, их тут не докармливают специально, чтобы они не выросли в огромных свиней. Ой. Какие довольные. Сбылась мечта идиота. Вот и зачем дома заводить? Ну, ходи каждый день сюда и корми свиней. Вход сюда ребенку стоит $5. Плюс на эти деньги тебе дают либо напиток какой-то, либо вот так вот покормить. Корм какой-то для животных. София, йоги тангандойко, йоги то и для птиц есть, покормить можно вот так с ладошки. Ай, зайцы меня обуяли. Анджелина, мог я танган? Ой, тика, какая хлюсечка. Хлюсечка, хаврюсечка. Все-таки что ни говорили бы, собаки есть собаки, а такие животные должны жить только в специальных загонах для животных, а не дома. Они где идут, где едят, там и гадят. Чемиса? Чемиопса? Аня, Чемиса? Иго Яродя? Счастливы ли здесь животные? Сомневаюсь. Ангелина заказала себе маффин.
Моффин, или как он по-русски называется? Маффин. В общем, кексик. Голодная. Из садика ее забрали, сразу, скажи, куда-то притащили, непонятно куда. Ужинать пора, скажи, а я непонятно где шляюсь. Вкусно пахнет. Масиса? Несетва? Мой зайчик. Покажи, какая система здесь. Это он бузов. Полина. Черепаха, наверное, впервые в жизни увидела себя в зеркало, в линзу от камеры, и испугалась. Это еще одна Софьина страсть. Она прется по всяким змеям, по всяким рептилиям. Одна ящерица у нас уже есть, теперь она умоляет нас купить ей змею настоящую. Ну, змею содержать дома намного проще, чем свинью, конечно, поэтому я не сильно против. Да, я его кинула. Так, юго-шпунь. Она когда сидит, пойму, что я. Пойду, не надо. 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 이건 나도 키우고 싶다. 꼬리 완전 힘들지? 꼬리 만지는 거, 머리 만지는 거 싫어해. 어떻게 그렇게 잘 알아요? 관심이 많아요. 그럼 부파이토는 자기를 공격하려면 돌돌 말거나 스스거리죠? 네, 맞아요. 근데 걔네들은 괜찮아요. 킹 스네이크는 많이 크잖아요. 킹이니까. 근데 콩 스네이크는 많이 안 커. 그죠? 콩 스네이크는 이게 다 자란 거잖아요. 거의 그래요? 이게 다 자란 거예요. Она такая приятная на ощупь, прям супер. Ани. Ани. Кенчана. А кенчана. Кенчана. На леопарде какой блиджадо и куда? И купи са? Пса. Ике, когда пайтон думал, сабо, ирон, оле кейсник, когда крюки писать на нанде, ироке са. Мама, чушиме. Секари хана иннен гона чоко бисаджи гоча. Ен кня ирюке натумен ан деджи падаге. Натумен думанга. Дуже палаге. А симаге очень палла мама. Сумгё? О. Но дежина крыника ан сумгё. Тарантулы всякие. Прикольная ящерица, она у нее присоски такие на лапах. Она может по стенам ходить. Вот Анджелина, моя доченька. Нафиг, скажи, все эти змеи нужны. Главное, кексик шоколадный, чтобы был. И такой дружелла сидит, спокойненький, кушает себе. Это как я за компьютером, когда делаю монтаж видео. Ой, такой сладкий бурундучок. Такой хороший бурундучок, такой сладенький бурундучок, такой хорошенький. Ай, хороший бурундучок. Да-да. Ну, то киёво, ареса. Чильту хадима. Тортила. Попугай орёт там. В Африку просится. На, но да, хинсеки тоже жива. Пинка секал ичана. Ва, чё ещё? Ничана, мияне. Сукот,
근데 돼지는 꼬리가 이렇게 말려 있잖아. 진짜 돼지. 근데 미니피그는 꼬리가 이렇게 일자로. 강아지 같아. 그러니까 그게 강아지야. Это вот они дома будут ходить вот так хрюкать на всю хату, звездец просто. Софья там всех работников уже достала, расспрашивает информацию про свиней. Уже все на стены лезут от нее. А Изюмчику никакие свиньи не нужны. Сидит себе, отдыхает после трудового рабочего дня. Не кусается. Хорошая. Иппути. Ани? Иппути на нанчи. Дома иппути, ана? Иппути. Ты чипа, да? Ания. Я тут только что-то на катинку дал себе. Да? Я тут только что-то на катинку дал себе. Я тут только что-то. Я айсик. 70 약간 거. 70? 나보다 높은 거 같아. 높아, 다 높아. Апа! Апа, дорогой, са? Укё? Но она же не тот мульон, если Ирея где-то. Коника. Ха-ха-ха.